На Магаданской площади в региональном центре Колымы резчики по льду из Республики Якутии работают над созданием новогодней обстановки в городе. Мастера выпиливают изо льда детские горки и скульптуры для украшения улиц Магадана. Главная задача – создать жителям города новогоднее настроение. Но основное мы делаем сейчас оформление, оформляем город. Вот горки, фотозоны, мишки. Потом еще там на Театральной площади будут горки. В этом году 3 горки у нас в городе Магадане. Ледовым делом жители Республики Якутии занимаются с раннего детства. Зимой они заготавливают лед, а летом используют его для того, чтобы пить талую воду. Поэтому ледовое искусство в крови у жителей Якутии. Сам бригадир ледорезов Дьюлус Марков уже около 5 лет не ездит на фестивали по ледовому искусству. Ранее он участвовал зимой в соревнованиях, в том числе и международных. Сейчас ледовым делом жители Якутии занимаются для души, отметила команда резчиков. Они представят свои ледовые скульптуры на площади Магаданской, Театральной и Космонавтов.